телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщают, что в Кировском районе в выходные 17 и 18 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате торговли с автомашин. С 8 утра до 8 вечера самарцам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельскохозяйственную продукцию. Ярмарка будет работать по адресу улица Дальняя, территория агропарка Самара. Также товары местных сельхозпроизводителей можно приобрести в железнодорожном районе на пересечении улиц Киевской и Тухачевского со вторника по воскресенье с 9 до 19 часов. В поселке Мехзавод Красноглинского района у ДК «Октябрь» в выходные с 8 утра до 8 вечера. Администрация Самарского района в телеграм-канале рассказывает, что в ресурсном центре «Мой дом» по адресу Некрасовская, 62, офис 301, будет работать выездной пункт МФЦ по предоставлению услуг по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи в системе ЕСИА, доступ в личный кабинет на портале госуслуг, и приглашает жителей с паспортом и СНИЛС воспользоваться услугой. Ресурсный центр «Мой дом» будет работать с 19 по 26 сентября с 4 до 6 вечера. Администрация железнодорожного района сообщает, что сегодня прошла очередная тренировка по футболу на спортивной площадке по адресу Красноармейская, 125. Все желающие могут поддержать физическую форму и здоровье, а помогут им в этом специалисты по физической культуре и спорту. С графиком тренировок на сентябрь можно ознакомиться в телеграм-канале администрации железнодорожного района. Занятия бесплатные.